Специальный вагончик, или как он правильно называется, автоматриса АС-01. Железнодорожный транспорт предназначен в том числе для проведения инспекционных поездок. В одну из них вместе с главами районов и представителями городской администрации отправилась наша съемочная группа. Ежегодно специальная инспекционная группа отправляется в экологический рейд, чтобы осмотреть железнодорожные пути и близлежащие к ним территории. Проблемные у нас моменты в основном всегда у железнодорожников это в пределах населенных пунктов, потому что население вывозит мусор и бросает в полосу отвода железной дороги. Также, конечно, это наличие порубочных остатков, которые влияют не только на эстетику и на внешний вид, конечно, они влияют на безопасность движения путем того, что некоторые несмышленные граждане накладывают эти материалы на железнодорожный путь и может привести к губительным ситуациям в виде крушения поезда. Полоса отвода или земля, за которую отвечает РЖД, 5 метров от путей. Комиссия тщательно осматривает территорию прямо из окон вагона. Первый маршрут за Свияжский район. Особое внимание территориям частного сектора, садовых обществ и гаражно-строительных кооперативов. На некоторых участках вблизи гаражей жители по-прежнему выносят мусор к железнодорожным путям, но в целом, как отмечают инспекторы, мусора не так много. Предварительно можно сделать вывод, что работы по уборке территорий организованы. И организованы довольно неплохо. То есть мы видим, что ведутся ремонтные работы, каких-то больших свалок, куч мусора мы не увидели. Это говорит, мы увидели много спиленных деревьев, веток вдоль территории, вдоль железнодорожного полотна. Значит, их предстоит вывозить в ближайшее время. То есть работы организованы, и я думаю, здесь все будет в надлежащем виде. Комиссия оценивает работу дорожников и городских служб по уборке территорий, делает пометки, определяет ответственность за определенный участок, будь это ЖД-пути или гаражи. Спрос соответствующий, на первый раз предупреждение. Устранить нарушение придется за 2 недели. Это все ваше? Да. Меня слышно? Это мы порубили, правильно? Теперь осталось собрать. Сегодня комиссия проедет через железнодорожный, Заволжский и Засвияжский районы города. На очереди районы области. В Министерстве транспорта уверены, после всех проверок экологическая ситуация улучшится, а гости города смогут наслаждаться не только красотами улиц, но и пейзажами из окон поезда. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.